Друзья, всем добрый день. Данное видео посвящено тому, как защитить нашу страницу ВКонтакте от взлома. Для этого непосредственно заходим в ваш аккаунт ВКонтакте, щелкаем по аватарке, по фотографии, раздел «Настройки». Следующий раздел, к чему нужно перейти, «Безопасность». Да, и ВКонтакте администрация предлагает нам подключить, да, «Безопасность». Подключить, приступить к настройке. Здесь обратите внимание, что ваша страница ВКонтакте, да, должна быть привязана к реальному вашему номеру. Если он нереальный, можно зайти и изменить его. Да, у меня номер действующий, реальный. Выбираю «Получить код», и на мой телефон сейчас придет оповещение, которое придет с паролем. Отправить код. И вот здесь галочку, да, поставьте обязательно. Запомнить текущий браузер, что в следующий раз несколько раз пароль не вводить. Завершить настройку. Заново заходим. Я запомнил уже. С интернетом, видимо, какие-то проблемы. Обновим. Код приходит. Все, мы на странице. То есть защита достаточно надежная. Точно так же можно ее и отключить. Да? Тот же алгоритм по фотографии, настройки, безопасность, да, отключить подтверждение. То есть тоже придет оповещение и все. Надеюсь, был полезен.